случайный билет на дорогую выставку. Такую хочу написать, небольшую новеллу. Это будет просто удивительно, потому что я своему сыну Алену говорил: рисуй, рисуй, он рисовал. Я потом ему говорю: а почему ты все время рисуешь только цветы? Рисуй, что хочешь, ты же художник, ты можешь взять рисовать полено, ты можешь взять рисовать дерево, дом какой-то или пальму, и все равно у тебя получится. Он говорит: не знаю, я почему-то рисую только цветы. Я говорю: слушай, возьми, нарисуй, например, ну просто что хочешь, ну кирпич, кирпич нарисуй. Нарисуй кирпич так, как ты хочешь, так, как ты чувствуешь. Возьми краски, размешай, думай о чем угодно, пусти мысли на самотек, рисуй кирпич, да. И он рисовал кирпич. Я не знаю, чего он там рисовал, но в конце концов получили цветы. Ну, такие цветы удивительные. И самое главное, там появилась жизнь, потому что там появился какой-то ветер, где-то со стороны подул, и лепесток цветка куда-то наклонился. И наклонился таким каким-то образом, что появилась динамика жизни. Появилась какая-то жизнь сама, какое-то движение появилось. Опять цветы. Хоть кирпич рисуй, хоть что, но появляются у Алены цветы. А у меня появляется лицо. Почему лицо у меня появляется, я не знаю. Потому что мне цветы рисовать неинтересно. Мне интересно нарисовать то, что, как мне кажется, сложнее. И выражение лица, чтобы была эмоция. Но у него и в цветах есть эмоция. Смотришь на эти цветы — и эмоция. Так в чем же дело тогда? Так может быть, дело в этой гармонии, в этом моменте целостности и в этом моменте движения. И там как бы время пропадает, и смотришь на эти цветы и удивляешься. Поэтому я так думаю, что это какой-то случайный билет на дорогую выставку. Потому что там элемент души, искра Божья, как говорится. Потому что каждый из нас творец. Каждый из нас творец. В каждом из нас есть этот свет из этих цветов. Пышет свет. А у меня из лиц, вроде говорят, пышет свет. Лица светлые. И не обязательно только улыбки. Бывают задумчивые, бывают какие-то грустные. Но там эмоция. Вот эта эмоция, наверное, это отношение. Да, эмоция – это отношение. Наш мозг так устроен, что эмоция – это отношение, коротко свернуто. Оценка. Отношения. Система координат, пятно, холст, мазок, какая-то кривая, два глаза, носик, зарисовал, зарисовал еще, даже не знаешь, какие краски брать, но ищешь прямо на холсте, я так рисую. Ален рисует очень педантично, очень конкретно, подбирает очень, у него такой характер, а у меня такой размашистый. А в результате вот мы оба художники. У него цветы, у меня лицо, и там гармония. Поэтому, наверное, не важно, что рисовать, а важно как. Важно, что у тебя в душе в этот момент. Свет есть, и получается картина. А другой человек смотрит на нее, и этот свет на него идет. И у него тоже появляется, ну да, внутренняя целостность. Ну тоже, наверное, свет. Да, Божий свет, когда ты влюблен в свою работу. До встречи, друзья.